Так, всем привет, с вами Геймер Макс, и, наверное, как вы уже поняли по названию к видео, сегодня мы будем делать самокат, но этот самокат будет не прям с нуля, то есть вилка у меня уже есть, но она в ужасном состоянии, здесь ничего не двигается, то есть еле-еле как-то, ну, двигается, то есть она вся ржавая, как видите, вот, фокусируйся. Вот она ржавая вся. То есть мы ее будем, ну, можно сказать, переделывать. То есть она вся обшарпанная. То есть, ну, в общем, будем переделывать. В общем, у нее были очень маленькие колеса диаметром 10 сантиметров здесь. Ну, то есть, ну, вообще маленькие, это не для меня. И недавно мы сломали коляску, и у меня есть вот таких вот два колеса. Но они тоже не в идеальном состоянии, но все-таки. То есть самокат будет вот с такими вот огромными колесами. И диаметр этих колес 250 миллиметров, ну или 25 сантиметров. То есть мы будем делать монстр самокат. Ну и погнали. Первым делом отсюда я снял амортизатор, то есть вот видно. Но если у вас они приржавели, но если вы тоже хотите сделать такой самокат, то вот эти вот ушки оставляйте. Они нам еще понадобятся. Сюда я сделал вот такую вот распорочку. Таких распорочек надо сейчас сделать 4. Сейчас я сделаю и опять вернусь. Так вот, значит, я сделал 3 вот таких вот распорочки. Они сделаны по возрастанию, то есть от меньшего к большему. Четвертая, вот она, то есть она самая маленькая. И сейчас их надо будет сначала зашкурить, и потом на суперклей все сюда приклеить. Сейчас я все сделаю и опять вернусь к вам. Итак, после того, как вы вставили все 4 заготовки, вот они все, вам надо обшкурить вот примерно в таком состоянии всю вилку. Сейчас я это сделаю и опять вернусь. Итак, после того, как мы вот все зашкурили здесь, мы должны сделать саму уже вот эту вот вилку. То есть вот одну деталь я сделал, то есть она неровная, мы ее подровняем, как она сделана. Вот берется вот такая вот распорочка, ставится она сюда, берется вот такая вот деталь, одевается на эту распорку, и все это прикручиваем при помощи шурупов. То есть не шурупов, а саморезов, извиняюсь. Сейчас я все прикручу и опять продолжу. Так, вот что у меня в итоге получилось. Такая вилка. Она вообще сидит, никуда не двигается. То есть я пытаюсь. Она никак. И, в общем, она очень хорошая получилась. Теперь задача вставить сюда колесо. Но это мы будем уже делать завтра. Так, после того, как мы все зашкурили, у нас получилось вот что. Конечно, не очень ровно, но все же нормально так. Но все равно стайлингом мы будем заниматься в последней серии. Итак, теперь, значит, чтобы закрепить колесо на самой вилке, нам понадобится арматура. Отрезаем 2 отрезка по 9 сантиметров. Сейчас я отрежу и вернусь. Но потом от арматуры мне пришлось отказаться, и из фанеры я вырезал вот такое вот. Можно сказать, что это черенок уже. Такой вот череночек получился. Ну, конечно же, он оставляет желать лучшего. Вытачивал я его при помощи ножа. Теперь надо его немножечко обшкурить и уже потом вставить. Сейчас я все сделаю и опять вернусь. Итак, вот такой вот спиннер у меня. Блин, не спиннер, это колесо. Вот, значит, у меня такой спиннер получился. Значит, все вот так вот, все отлично держится. Все просто идеально. Я проверял на прочность вот этот вот кусок дерева, то есть фанеры, извиняюсь. Это просто вообще, это как будто титановый сплав какой-то. Он не ломается вообще, это просто... Офигеть, чё. Теперь, в общем, вот это все надо закрепить на самой вилке. Сейчас я закреплю и опять верну. Так, вот при помощи саморезов при помощи сверла я сделал вот такие вот два отверстия с каждой стороны.
Теперь в эти отверстия надо вставить саморезы и прикрутить вот это вот колесо к самой вилке. Сейчас я все сделаю и вернусь. Так вот, значит, я все доделал. Вот как это выглядит теперь. Все ровно. Я уже вставал. Ну, так чуть-чуть меня выдержало, нормально все. То есть все держится. Все очень хорошо. Ну а вам спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь, если вы еще не подписаны. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать ни одного моего видео. Ну а с вами был Геймер Макс. Всем удачи, всем пока.